Одна шуба – это 18 лисиц, 55 норок или 170 шиншилл. Привлечь внимание северодвинцев к жестокому обращению с этими животными решили зоозащитники. В воскресенье они проведут антимеховой марш. Подобных акций не было ни в нашем городе, ни в стране. Отдельно их организовывали в Петербурге и в Москве. А в воскресенье 20 октября против меха выступят 40 городов нашей страны. Эти видеоролики, снятые на зверофермах в разных уголках страны, побудили зоозащитников из 40 городов России выйти на улицы. Ежегодно из-за любви людей к натуральному меху погибает 10 миллионов животных. Мучительно не только их смерть, но и короткая жизнь. Условия содержания этих животных приводят зоозащитников в ужас. Норки, писы, лисы, они живут в клетках, не имеют возможности рыть норки, не имеют возможности бегать, как в природе, да, плавать, как норки, они же водоплавающие животные. И они занимаются каннибализмом, сами себе наносят раны, гниют заживо. Цель акции – постараться убедить северодвинцев носить шубы из альтернативных натуральному меху материалам. Изначально антимеховой марш в нашем городе должен был стать настоящим маршем, но ограничиться пикетом, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам. Пикет состоится у парковки ЦУМа 20 октября с 14 до 17.00. Присоединиться может любой желающий. Кстати, место выбрано не случайно. Именно на Ломоносова сосредоточено огромное количество меховых отделов.